Всем привет! Сегодня 18 августа 2016 года, и мы находимся на озере Сад-Ярв, которое под Тарту, в Тартусском уезде. Приехали мы сегодня здесь посвятить день подводной охоте и дайвингу. Ну, в частности, пацаны будут заниматься дайвингом, а я буду охотиться под водой. Сейчас ищем место для этого дела. Вот подъехали здесь к порту или не знаю, что это, где стоят яхты, где баня на плаву. Здесь, по видимости, ну, сразу начинается глубина и немного камышей. Как бы не знаю, получится ли у меня здесь что-нибудь стрельнуть по рыбе, но, по крайней мере, поплаваю и попытаюсь. Вышло солнце, погода распогодилась. Ну, будем искать место. И за кладбище ехать или выходить здесь, больше места? Давай за кладбище. Хорошо. Просто мне интересно, что мы меняем на что. Местечко-то мы, конечно, нашли. И оно вроде как неплохое, но камышей здесь нет. Я не охотился без камышей никогда. Мне кажется, что это как-то странно. Но будем переодеваться, выплывать. Такая волна не очень приятная. Не, ну все получится. Вот снаряги-то как много. Снаряги, да, одна снаряга у нас. А, баллончики. А, сухой гидрик. Саня будет сегодня тестировать сухой гидрокостюм, да? Да. Что это за чудо такое будем пробовать? Потому что холодно на глубине, а в сухом должно быть как минимум суши. Да, что-то я не ожидал, что озеро будет таким огромным. Волнистым, каким-то не заросшим. Не, ну та сторона озера заросшая, единственное, туда не подобраться, а здесь хороший спуск. Ну, значит, буду сегодня искать рыбу на глубине. Возможно, угря попробую поискать. Так, ну я переоделся, буду погружаться. Ребята еще готовятся, подготавливают снаряжение, все. Но я не буду терять времени, потому что у них-то дайв будет длиться час, а я рассчитываю поплавать побольше, поэтому поплыву сейчас. Пошел искать рыбку. Погода просто атас. Прозрачность так себе из-за дождя. Да. Буду еще плавать.
Че, Сань, как ощущения в новом костюме? Шикарный, шикарный. Шикарный? Замерз? Я нет. Ну, у тебя не сухой костюм. Мокрый, холодно. Мокрый, да. А у тебя сухой, да? Ну, это, не знаю, такое ощущение, что он тоже мокрый. Посмотрим. Ну, шикарно. Че, какую глубину нашли? 17,1 был это самый. Ага. Рекордик сегодня. Как погода на этой глубине? Погодка 8 градусов. Холодно. Илюха там вообще зубами стучал. А я? Нет, прохладно, но ничего. А если одеть под низ немножко чего-то теплого, вообще шкура. Ну, то есть сухой костюм нормально, да? Да, да. А вот я тоже отплавал. А, рыбки не встретил. Видел щуку такую. Чуть больше полкило, не стал стрелять. Окуней видел мелких, ну ничего такого серьезного. Не мог сначала продуться, поплыл на глубину, чтобы понырять. Не мог правое ухо продуть. 10 минут помучился, ну просто насморк сейчас. Вроде получилось, но вот на 5 метрах нырял. Не знаю, что искал там, ничего не нашел. Прозрачность не очень, только когда перед самым дном прозрачно. А как, ну, так себе было. Потому что влупил сильный-сильный дождь, был ветер. И, короче, намутило. Сейчас вот вышли хорошая погода, а когда плавали, был просто ужасный дождяра. Ну так неплохое озеро. Неплохое, не с той стороны ныряли, там есть интересные места, где, ну просто такой первый опыт был. Ага, вот так снимается, да, сухой костюм? А что-то у тебя под низ одет? Да, мокрое. Мокрое, да? Сухой костюм оказался. Что-то ни хрена не сухой. Не самый, да? Ну вот, я говорю, мокрое. Блин, а странно, а почему, да? Вот я говорю, чувствую, что где-то... Где-то подсосало водички. Может, через эти клапаны подсасывает? Когда я сдувал, видишь, он в одну сторону откручивается, и в другую хрен его знает. А зачем ты сдувал на воде? Буэнси, ну, плавучесть. Под водой я его нажимал. А так оттуда пососать могло еще. Мне кажется, кроме вот этого клапана, нет. Ну, тут что было? А с ботинок? Не, мы на самом деле. Он такой, да? Литый. Ну ничего, главное, что тепло было. Неважно, мокрый он, не мокрый. Ну не самый сухой, как это оказалось. Да. Вообще озеро понравилось. То есть можно здесь понырять, поискать рыбку. Оно огромное. Надо будет как-нибудь приехать еще. Но сегодня не получилось. Ну не каждый раз же рыбки стрелять. Да, как плавали, бы. Получили массу удовольствия. Конечно, ради охоты я бы в следующий раз на противоположный бы берег приехал. Там как-то и камыши, и лес. Приедем сюда еще. Ну что, переодеваемся, двигаем, да? Ну, пойду я искупнусь. Ну как ощущения? Пустяк. Не летняя вода, конечно, 18 градусов, все. Воу. Но нормально. Маленько, конечно, не та охота получилась, как хотел. Но не каждый же раз она должна быть такая, как хотел. Все равно интересно, новый опыт. Большое озеро. А мы нашли поле какой-то интересной крапивы. Новый сорт крапивы. Удивительное дело, но в Эстонии целое поле каннабиса. Ну, видимо, для чего-то выращивают его там, может быть, для масла, да?